Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер. Арландай, тарландай, лысын жігіттер. Мэрэ, 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 мэрэ. Огни, да, блядь. Я шалава. Кайф. Привет, Сири. Алиса. 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 Ну что ж, всем привет, дамы и господа, с вами Джинс, спасибо огромное сиська гуся за 3 месяца платной подписки. Так, давайте я вольну этого герцога Аламара, заодно вам покажу, с какой мощностью теперь я стреляю, да, на что способен мой... Но это только начало, я уже решил, что я буду делать из своего перса, я буду делать из него просто гниду, блять, я буду делать тварь, нахуй, своего персонажа. Посмотрите, как он сейчас стреляет. А он будет стрелять еще там в 2-3 раза быстрее. То есть это будет вообще биться всего в этом мире, так сказать. Ой, я сегодня, короче, играл опять в Team Fortress, ребят. Я понял для себя, что там, к сожалению, игра мертва в плане того, что не работает, знаете что? Соревновательный режим не работает, то есть не ищутся игры. Вот этом вот режиме, который на Killing Floor похож, там, где против роботов нужно сражаться, тоже никого не находит. Единственное, что в этой... Вот откуда там 100 тысяч онлайна в этой игре, я не понимаю, если... Рейтинговые игры не ищутся, но играть очень интересно. И я, знаете, что для себя нашел? Я зашел на паблики, а вот там реально играют люди. И там такая атмосфера, знаете, атмосфера Counter-Strike, атмосфера Counter-Strike 2000, там, какого-то 5-го года. То есть все друг друга знают, все общаются между собой, обсуждают какие-то там... Говорит, блядь, жена ушла, нахуй. Я взял хэви, блядь, попросил кента, медика, и мы просто играли целый день, блядь. И я такой сижу, да, это оно. То я собираюсь восстановить былую силу Равенстерна, хотя бы вот эту вот часть. И потом я ливну от них и буду уже думать потихоньку над созданием своей собственной фракции. Опа, у кого это 9 интеллекта, ребята? А кто это кладовщик уровень 3? Оу, щит. У нас в этот раз персонаж будет и умным, блядь, и сильным, и харизматичным. Это просто легенда, нахуй. У нас персонаж будет просто тварью в этот раз. Он будет как Айгрим-пожиратель, он будет создан для уничтожения. Кто это? Кто это? Это Минорка, Лидия из Сарно. 77 человек. Кто это? Но в любом случае она красная у меня, поэтому мы ее отхуярим. Ебать, ты знаешь, что из женщин выходят лучше генералы, чем из мужчин. Хотя нет, но я покажу тебе, что Академия Милитайна сделала меня лучше тебя. Давай, покажи, пожалуйста. У нее какие-то эксклюзивные бойцы, видимо. Не, ну если я сейчас залутаю куалис с нее, то это будет лучшее начало стрима в галактике, нахуй. Просто в мире, блядь, в мире. Никто не начинал стрим пизже, если я сейчас залутаю куалис. Ну и кто ты, блядь? Ну и кто ты? Что это было, блядь? Где эти 77 человек? Ребята, они куда-то пропали из моего поля зрения. Они куда-то испарились, ребята. Я их что-то видел, а потом они куда-то исчезли. Блядь, она сумела сбежать. Ну, значит, это не Минорка. Значит, это не Минорка. Минорки у меня не имеют права сбегать. А, это не Минорка, ребята. Это просто какой-то подсос. Вот он, волк. Вот он, Вовк. Мне нужно 20 куалисов. И тогда, во-первых, у меня будет в отряде 300 нолда. Блядь, мне страшно представить, что за машина будет мой персонаж. Мне страшно представить. Кстати, вчера, когда у меня дропнулся стрим, ко мне в Телеграм залетело за день, по-моему, 200 человек. Типа, всем было интересно, почему дропнулся стрим. Я там позаписывал кружочки. 10 тысяч в Телеграме. Это ж все, можно сразу же продавать рекламу ставок, каперов, казино, блядь. Наконец-то начну зарабатывать деньги, блядь. Гор, я если что шучу насчет ставок, а то там есть люди, которые особо впечатлительные, они могут... есть люди просто, которые, ну, не верят в сарказм, они такие, что? Ну, это позор, ну, это ганьба, блядь, как ты посмел? Еще 52 до 10 тысяч в Телеграме. Ну, сегодня, может, сделаем, ребят, может, сделаем, если повезет, и если все будут заходить, то, возможно, сегодня получится ебануть 10 тысяч в Телеге. Этот самый, я просто, когда будет пик по онлайну, опять стрим офну. Типа случайно, блядь. А ловко ты это придумал, блядь. Стрелки, блядь. Вот это плохо получилось. Ебать, я такую карту, по-моему, ни разу в жизни не видел. Это что такое? Это реально безумие какое-то. А где музыка? Что за тишина в тумане? Даже неловко как-то. Ну, кстати, даже вот на вот этой вот карте мы нормально так рассыпаем. Рассыпаем, насыпаем.
Насыпаем, рассыпаем. Так, нужно срочно проверить, повышается ли у меня честь. Это очень важно. Потому что раз мы качаем персонажа, да, делаем из него машину для убийства, можно и 500 чести прокачать. А, как псих просто ебучий играть в пендер 500 стримов. Давай, давай. Во-первых, мне нужен Финес де Гид, чтобы еще один взять силовой, как бы. Ой, ой, еще силовой. Вот, Донована, я его уже брал в отряд. И сэра Роланда тоже, кстати, вот можно отправлять, повышать право направления. Чтобы остальные челы как бы не обижались. Ну ладно, давайте. Давайте я возьму блокнот. Вот, у меня будет блокнот Fashion Cat. Fashion Cat и моя ручка. И в этот блокнот, соответственно, я буду по одному записывать, кто у нас куда отправляется. После того, как ты сказал Алиса, она у меня открылась, и мне пришлось встать с дивана. А вы что, на колонках стримы смотрите? А ну-ка. Привет, Сири. Алиса. 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 Обходиться, потому что мы сможем таким образом... Не понял, блядь. Это что было? Это впервые у меня пендер крашнулся. Ого. Ха. Опа, Ферцвейн объявил войну Равенстерну. Обалдеть. Так это я наконец-то Синдерфолл смогу забрать. Блядь, кайф. Кайф. Если сейчас еще один куалист дадут, будет здорово. Не шмаляй. Не шмаляй, блядь. Не шмаляй. О, доставай дубинку, все верно. Вот так вот. Высокородный Нолдор. А пацанчик-то высокого рода, между прочим. Не-не-не-не-не. Ладно, я спускаюсь нахуй, да? Ты хочешь таких разговоров? Давай. Стой, не бей, не бей, не бей, пока я спускаюсь. Фух! Фух! Фух-фух-фух! О нет, мы упали! А, ну я двоих убил, не похуй. Смаженный кабанчик. Пошел спам, чел не знает, что делать, блять. Ха-ха! Дурачок высокородный. Нолдор. Куалис! Ебать! 40%! А три подряд, по-моему, уже выпало. Но это везение, нахуй. Это фарт. Это просто фарт, блять. Это фарт невероятный. Так, давайте Синдерфолл захватим, ребят. Мы сейчас просто их расстреляем, скорее всего, просто-напросто на вылазке, если они пойдут на вылазку. Да, они делают контратаку, но здесь контратака неприятная такая, да. Есть немножко расстояние, куда они бегут, но в целом им пизда в любом случае. Давай, 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 до талого, мужики! Пошел, 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 спутники в атаку, отвлекайте их, отвлекайте, не дайте им проходить вперед, не дайте. Блять, против... Я грандмастер, какого хуя со мной дерутся серебряно-туманные алебарщики? Как это возможно? Я грандмастер этого ордена. Я, блядь, спас его от змей. Как это возможно? Алибарщики, видимо, пригорели с того, что я их погнал с отряда. Ебать, это же мои мужики, блядь. Это мои мальчишки. Так, конница тоже. Вперед, вперед, вперед. Заходим, ребят, не стесняемся. Да в кого ты кидаешь, дурачок, блядь? А, оу, чел, чел. Это ты, блядь, суету отбрось, нахуй. Так, а сам замок что из себя представляет? Не, ну здесь 15 человек, здесь можно просто сразу же моментально отправлять в атаку. Мы основу снесли на вылазке, так или иначе. Как часто ты разваливал Агрима Пожирателя? Ноль раз, ноль раз. Я всегда захватывал карту и ложил хуй на условия победы, потому что она всегда как-то криво работала, то есть я так и не понял, как вообще там это все устроено. Да, я прошу Синдерфолл себе, пожалуйста, пожалуйста, дайте Синдерфолл мне. Ты как с минигана хуяришь, но это еще не, ну, это начало только, ребят, там дальше больше. Смотрите, ребят, Subway Surf в карте CS 1.6, поехали. Вылетаю в Марио, ебать. Оп! Покупаю дробаш, прыгаю нахуй, оп, лечу. С дробашом залетаю, здесь СВП стоит на длинной ти. На нахуй. Дурка, ребят, вот вы пишете дурка, но эти три человека, которые играли в CS 1.6 в Subway Surf, ой, в Surf Sky 2, они меня поняли и кайфанули, блядь. Вы там можете писать свою дурку сколько хотите, как бы. Спасибо за подруб, можешь офать. Не-не-не, рано офать, ребят. Сегодня дел пиздец просто. Мы делаем из персонажа машину, не забывайте, не забывайте. Бля, я думаю, чуваки, честно, честно вам скажу, я думаю забить хуй на Равенстерн, пускай он там распадается, похуй. Потому что этот Равенстерн, его невозможно восстановить полноценно. Я захватываю замок, у меня, ну, чуваки ничего не делают, они его не защищают, они не сражаются. Ответ на ваше предложение. Слышал вас о крабе, я битвы за Синдерфолл и очень доволен вашей победой, однако ваше прошение не может быть удовлетворено, поскольку вы уже владеете землями в моем королевстве, поэтому я присылаю вам 2500 динаров, а Синдерфолла даю графу Иванусу.
Ок, ебать, долбоёб, ок. Какие у меня поселения? Я главнокомандующий, у меня одна деревня, еблан, блядь. Хорошо, чел, хорошо, давай, удачи, блядь. Так, Грегори хотел сообщить вам, что ваши услуги в качестве маршала больше не требуются. В честь доблестных усилий королевства, в течение последних 145 дней он предлагает вам 4000 динар. Спасибо, спасибо, чел, спасибо. Так, Грегори назначил своего кента Иваноса главнокомандующим. Ну, вот удачи им, блядь, поглавенствовать в этом мире. Я не знаю, куда опять проебался Финес де Гит. Я уже заебался его искать постоянно. Блядь, ну какие нахуй разбойники, бля. Ну вы, чуваки, вы на приколе, ну реально. Ну просто, ну ух, еб, что? Блядь, как же долго сужается у меня без лошади, блядь. С лошадью сужается моментально вообще. В Виндхольме. Ну Виндхольм меня не пустят, ребята. Меня не пустят Виндхольм, как бы это ферцвейнская тема. Но можно его захватить, как бы, чтобы там с Финесом пообщаться, если там немного народу будет. Но Виндхольм, он стоял с основания. Здесь 520 человек. С другой стороны, у них как бы лучники слабые очень. Если они выйдут на вылазку, можем попробовать, если здесь лестницы. Хотя бы отвлечем их, им придется далеко бежать, так или иначе. Так, да, они делают вылазку. Вот сейчас очень важно, вылазка близкая или дальняя. Вылазка близкая, причем довольно сильно близкая. Отстрел, 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 лютый, лютый. Давайте, давайте, не подпускайте их к себе. 2F, 2F, 2. 2F, 2F, 2. Да, блять, убейте кто-нибудь этого дурака, нахуй. Да ты заебал. Иди в пизду. Жесть, нужно будет уже потихоньку заниматься тем, чтобы искать себе даму. Ну, с Ферцвейном легко, да. Ферцвейн на осадах очень слабый, у них в основном пехота сильная. Так, Финес здесь, я же не зря его захватывал. Да, Финес здесь. Аркон раз, Аркон два. Так, вот мне интересно, если этот чел, он один будет осаждать? Просто если он один будет осаждать, мне было бы интересно отбиться в Виндхольме своими стрелками. Да, он один нападает. У нас 185 против его 305. Вот давайте проверим, попаду ли я в плен, блядь, сейчас или нет. Ну, смотрите, какой замок для обороны охуенный. Ой, я нашел прикольную дырку. Хороший замок, если мне его отдадут, то я смогу здесь сдерживать Ферцвейн, наверное, прям большими пачками. Так, я наслышан о вашей храбрости в битве в Виндхольме, поскольку вы уже владеете землями. Да какими землями я владею? Граф, он, смотрите, заметьте, он все отдает графу Иваносу. Он все отдает графу Иваносу, блять. У них что, с графом Иваносом какая-то тайная любовь, я не понимаю. Но я не хочу свою фракцию сейчас создавать, ребят, я не хочу. Мне сейчас, ну, не до этого просто банально. Ну давай, Иванос, сейчас тебя просто заберут эту... О, давай, Иванос, ебать, на созвоне, брат, на созвоне. Удачно тебе в Виндхольме потусить, блядь, бро. Я хочу сейчас Синдерфолл быстро забрать. О, Ферцвейн и Ревенстерн приняли мирное соглашение. Подожди, а я Виндхольма не забрали, бля. Короче, Грегори долбоёб. Вот, но это факт. Он теряет феоды, и вот все, у Грегори осталось что? Три замка. Ну, все, Грегори пососник, ребят, невероятный. Ну, короче, неприятно, но что поделать. Вообще, кстати, пиздец, ребят, ситуация каловая максимально, потому что, по большому счету, сейчас останется две фракции на карте. У меня такого ни разу не было, видите, я заигрался. Сейчас останется две фракции, а я еще даже право направления себе достаточно не набрал. То есть это пиздец вообще. Я не знаю, как я буду. Если останется одна фракция, как я буду с ней воевать? Я не знаю. На орден вроде бабло не нужно. Друг, орден это самое дорогое в Mountain Blade Prophecy of Pendor. Отряду нечего есть, ребята. У меня отряд питается моралью с битвы, понимаешь? Здесь сила сражений подпитывает мой отряд. Им не нужно питаться, им не нужна физическая пища для того, чтобы побеждать. Им достаточно моральной силы, так сказать. Спасибо огромное, горшок с травой, за подарочную подписку для Яшалава. Чел продает книжки какие-то дорогие, пиздатые, но при этом кусок колбасы и сыра, как бы, ну. Толь, ты знаешь перевод трека на донате, который Джигитер? Ну, я знаю там что-то, типа, мужицкое, нахуй. Про драки, про братков, типа, передавание приветов. Такое прям... кайфовое, так сказать. Ну давайте, казахи. Я по памяти, ребят. Бизн джигитер, джигитер, джигитер. Арландай, тарландай, лысн джигитер. Мэре, 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 мэре. Что это означает? Там что-то типа пацаны, там, блядь. Не судите строго, ребят. Я так просто по памяти вскинул, как бы. Я особо не помню. Это означает наши пацаны, 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 пацаны. Понял? Так, ну что, турик полетел. Полетел, ребят, турнир. Полетел Куалис, мой карманчик, как бы. Так, залетаем сразу же мы с двуручом. Это посос.
Так, я сразу дал минус 2, блядь, своим охуенным мечом, потому что я жесткий теперь, у меня таты прокачаны, блядь, опять мне дают двуручную, в этот раз помимо двуруча я еще получаю пизды, скорее всего. Я пока никого не снес. Ну все, пиздец, ребят. Ну здесь просто рандом. Просто рандом, чуваки. О, Финес! Ха! А я тебя даже не искал. Вот это да. Блин, я уже понемножку хочу уже начать создавать свою фракцию. Я уже, ну, начинаю задумываться об этом. Но пока что я терплю. Я терплю. Сэр Роланд, раздевайся. Раздевайся, Роланд. Раздевайся, мужик. Все. Ебать, вот это мужчина. Я намереваюсь стать королем этих земель. Все, давай, бро, на созвоне. Жду, пока ты придешь. Так, я работаю, он будет готов через... А мы можем ускорить этот процесс? 70 тысяч? Я лучше подожду, блядь. О! Берилджи Узурпатор появился рядом с Янусом. Так, Берилджи, это кто? Это, по-моему, пососник. Подожди, Берилджи Узурпатор. Это он сопровождает Кадана Бахадурхана. Нихуя себе. Сопровождение у него элитарное, ребят. 671, ебать. Это его этот, Озон сопровождает, нахуй. У него же там 671 геймс, по-моему, если я не ошибаюсь. Блядь! Вот это встреча с девчонкой, ребята. Вот это, блядь, встреча с полторашкой, нахуй. More blood! Ебать, а что это? Они такие быстрые. Не, ну это, блядь, шустрянё. Ебать, топор в лицо прилетел. Обалдеть. Обалдеть. More blood! Ебать, меня снесли. Так, я думаю, мы можем выйти из боя, да, мы можем. Фух. Ну его нахуй. Сколько у него пленных, блядь? Ебать! 6141. Вау! Вот это они там нахоботили пленных, ребята. Так, ладно, ребят, смотрите. Нужна девчонка. Нужна девчонка какая-нибудь. Сейчас мы найдем турнир. В принципе, да, нам как бы не важно, какая конкретно девчонка. Нам просто любая нужна, абсолютно. Для того, чтобы она сидела в замке и занималась домашними делами. Блять, а здесь девочки-то и нет, ребята. Здесь девчонки-то нет. Кому мне турнир-то посвящать? Ваш интеллект увеличен на 1! Обалдеть. Обалдеть. Не, мне нужен этот, Расмус Деватика, я думал. Вот этот вот, я бы его бы ёбнул. Кто ты, блядь? Ты кто такой, нахуй? Удачи в путешествиях. Приятно тебя видеть. Чё это было вообще? Священный инквизитор Расмус Деватика! Блядь, пока жив Деватика, надо идти его ебашить. Ладно, я думаю, он поживет, да, Куалис. Блядь, я думаю, он поживет. Главное, чтобы Расмуса не снесли. Главное, чтобы Расмуса не снесли. Расмус — это мой любимый чел, его вообще легко сносить, даже проще, чем волка. Так, все, Роланд, нам не по пути. Да, нам надо разделиться. Пока. Так, меч и щит. Уже не такая приятная история. Блядь! Как влетело-то мне? Все, пизда. Повезло, что я гнида, блядь. Давай, давай, я даже не буду обороняться, блядь. Давай, давай, доставай дубинку, блядь. И умри. Так, ну открывайся. Хоп. Больно было, но хп еще есть. Ноускоп в голову. Раз, два. Оп, оранжевый. Синий, снеси его, я не буду напрягаться, блядь. Повернусь спиной. Так, поехали, лук. Мой противник бежит на меня на лошади. Ну, бежал, блядь, а? Так, меч и щит у моего противника дубинка. Он просто врезается и жестко получает по ебалу. Моим лютым спамом! А вы знали, что спам — это ветчина вообще, на самом-то деле? Куалис! От консилиума, блядь! Здорово. Ребята, кто проебал бабки? Извините. Извините. Победа на турнире? Да. Да. Да! Да! И если мы сейчас еще снесем Берилджи, у этого самого Расмуса Деватику, а мы его снесем, блядь, а мы его снесем, ребята, мы его снесем, то у нас будет два Куалиса. А два Куалиса это, внимание, 25, 25, ребята, 25 харизмы. То есть получается, ох, 42, ох. Щит, мэн, просто щит. Так, отряду нечего есть. Блядь! Так, мужики, сейчас я зайду в секс-пазар и куплю вам похавать. Давайте вы эту суету, блядь, с покиданием отряда отбросьте, нахуй, пожалуйста.
Пожалуйста, отбросьте эту суету с покиданием отряда раз и навсегда, мужики. Вот это мне не надо сейчас. Микола съебался, да-да-да. Так, а вот и Расмус Деватика. Пойдем, ребята, пойдем Расмуса позовем на тусу, блядь. Чел, за мной, нахуй, куда ты идешь? Пойдем. Так, зайду в торбу. Да ебаные, блядь, шайка бандитов. На. Пойдем, Расмус. Бля, что-то он какой-то сыкунишка. Бля, вот он забайтил меня на то, чтобы подсос на меня напал. Вы видели? Обалдеть. Вот это он хитрюга. Так, от подсоса надо избавиться, ребята. И есть золотое правило. Видишь подсоса? Беги! Доспехи готовы, было написано. О, сейчас пойдем заберем, ребят. 2 куалиса плюс доспехи. Обалдеть! В ближайшее время, блядь, что за карта, нахуй, это понос просто вонючеший, блядь. Блядь, только порадовался. Прилетело копье в ебало. Жизнь, она несправедлива, друзья. В Ларии отбила атака нолдеров. Нолдеры напали на Ларию. То есть, получается, сейчас в Ларии 0 человек почти что. Блин, ну короче, блядь, ну запах уже... В атмосфере, вот в слою атмосферы я чувствую потихоньку запах создания своей фракции, дамы и господа. Еще такой пока, знаете, затхлый еще такой, да, запашок такой, как бы он отдаленный, так сказать, но он есть. No father, no mother, no brother, no sister. Заебали. Так что Расмус Деватика сейчас пососет хуятику. Ух, ебать, а карта-то неплохая. Ух ты, а я гнал на нее. Видите, в чем проблема? Я не увидел сути. А сейчас как увидел и охуел. Карта-то прекрасная. Все, блин, они как будто реально муравьи в песке, блядь. Посмотрите, сколько их там. Они реально мурахи, нахуй. Пошел дэмэдж. Или не пошел, я не ебу, блядь. Куда-то там летит стрела, вроде я кого-то убиваю. Так, ну мужики стреляют как бы на расслабоне. Вот это такая приятная картина, если честно. Ой, ну это ли не чил, ребята? Это ли не чил? Так, немножко там до нас доходят наемные снайперы, какие-то там уроны наносят, но это позорный смешной дэмэдж, да? Я с него просто угораю. Прибыли новые враги. А старые куда пропали? 2 зелья плюс доспехи мы забираем, и мы становимся еще сильнее. И 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 наш персонаж по итогу становится просто гнидой. Может, в честь Атагор подрубишь мой любимый трек Greatest My Life Be Like? У нас это так не работает. Я не подрубаю треки. Просто, ну, типа, так не работает. Толик, включи трек. Ну ладно, давай включим. Что это за трек вообще? Трек, ну это только один раз работает. Все, больше никакие треки включать не буду. Ебать, рыпанулся. Нормально. Ух, ебать, сейчас будет развал. Готовьтесь! Сейчас будет такой расстрел лютый. Скоро я выпущу. Скоро! Поехали! Чил. Это еще не так и много у меня бойцов, бля, когда их будет 300, это будет вообще пиздец. Вау, чики-чики-пау, чё? Чики-чики-пау-вау, чики-чики-пау, 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 чики-чики-чики-пау-вау-вау-вау. Тричок достойный. My life be life. А, это он еще раз начал играть? Не-не, ну это достаточно, ребят. Мы не можем его по КД слушать, уж извините, как бы. А так, треки заказывайте, ребята. У меня заказ трека 1000 рублей. Мне очень... Ладно, я шучу, не надо заказывать, мне впадло их включать. Но если кто-то закажет, я включу, конечно, но не надо. Что-то неприятно. О, это сам Распус, походу. Ха, это ты, Деватка, блядь. Ой, сори, ты умер, друг. Забираем Куалис, ребятки. Просто лутаем его в свой пожилой карман. Блядь. Поехали. Откуда столько нолдеров? Во мне течет кровь эльфов, ребят, скажу честно. Поэтому нолдеры ко мне благосклонны, так сказать. My life be life. Блин, засела песня в голове. Как смаженный кабанчик в свое время, ребят. Увеличение интеллекта плюс 1, блядь! Вы отбили 7 злобных нашествий на Пендер. Ху-ху! Ху-ху!
12 интеллекта у кого, ребята? Кто здесь умник, нахуй? Забираем свою нолдорскую старинный доспех латный. Усиленный. Ебать, 6, 70, 30. Но это еще не все, друзья. Его можно еще прокачать, чтобы он стал благородным, нахуй. Так, ладно, пойдем. Ух, ебать. Мужики, блять, уберите стволы, нахуй. Вы че? Главное не задавить. О, опять летающий чел. Это, ебать, толкают. Посмотрите, вот это да. Это легендарный летающий Ансен, ребят. Он лекарь нашего отряда. Он, видите, поддерживает нас морально. Кайфует. Ебать, а это кто там флексит? Посмотрите на этого Нолдера. Он как будто слэмится, нахуй, на какой-то жесткой пати, блять. Ебать, уф. Хорош. Возможен ли стрим по доте? Да хуй знает, блять. Ну я, ну как... Ребят, ну если только на пудже, ёб... Блять, ой, хорошо, я споймал. Реакция, реакция, ребят. Реакшн. Так, здесь турнир. Кому-то можно посвятить? А ну-ка, там какая-то стоит. Подожди, леди Арис и леди Зинур. Так, давайте первая. Арис. Кто она? Вассал Кадана Бахадура Хана. У нее есть дядя Рафик. Ее отец Хан Кайван. Он у нас вассал Кадана Бахадура Хана. Но семья у нее маленькая, конечно. А вторая тут кто? Леди Зинур. Это у нас... У нее есть муж Хан Кайван. Да ладно, тогда берем вот это вот, в принципе, Ариас, почему бы и нет. Мне, в принципе, все равно, а так, я твой горячий поклонник. Отношения с 5 до 16, нихуя себе. Ну все, все, участвуем на турнире, дарим ей победу, читаем ей рэп и все. Плюс подруга. Довольно быстрая скорость у этой по... Вариус Хан, блядь, ну и лох, конечно. С одного 12... Я ему нанес 12 урона, и он умер, как? У него 12 хп, блядь? Он... Я его нанес 12 урона, и он умер. Что? Ебать, что? Кто это, блядь? Наверное, раненый пошел сражаться, ребятки. Наверное, раненый пошел ебашиться. По-другому я это не могу объяснить. Ты нанес 112. Нет, там 12 было. Блин, почему постоянно меня пытаются наебать, мои зрители? Я не понимаю. Пытаются меня запутать постоянно. Так, леди Зинур. А стоп, а где моя... Девчонка, она убежала, бля. Ладно, ладно, так просто 20 тысяч залутал, как бы, в целом нормалс. Так, никто ко мне пока не подбегает. Будет вылазка? Да, вылазка есть. Давайте, ребят, надеяться на то, что это вылазка с дальним рейнджом. Ебать, кстати, картинка подходящая для вылазки абсолютно, нахуй. Так это и выглядит. Да чё вы меня заёбываете, что я в женской броне? Ну и что, у нее хорошая защита. Ебать, вот это вот замок, вот эта малютка, это замок? Блять, это не замок, это хуйня какая-то. Чё он такой маленький? Но меня интересуют вот эти ребята. Вот эти ребята, вот эти ребята. 5 нолдеров. Вот как с этим справляться, когда я свою фракцию создам? Вот я не знаю, ребят. Тут надо просто надеяться на суперсилы своего отряда. Так, мне нужно... О, Джуда-разрушитель, подожди. Подожди, подожди. 740, подожди. И Зулкар здесь. А почему их мне не показывает? Подожди, 740 это я могу ёбнуть. Причем спокойно. Так, погнали. Ой, блять. Так, нужно сейчас убрать подсосов, ребят, потому что они будут бесить вот эти по 30 человек. Так, давайте я подведу этого к Джуду-разрушителя. Я просто хочу его подвести к Нолдерам, чтобы на турнире поучаствовать. И потом его ёбнуть как раз в лесах вот этих вот. Смотрите, если я сейчас получу коалист с Джуды, и еще, если мне подфартит, и я еще получу на турнире коалист, то у меня будет 4 коалиса, блядь, 4. Это плюс, это будет 44 силы уже. И самое главное, что это будет, получается, 24, 25, 26, 27, 27 харизм. То есть уже будет 8. То есть отряд будет, во-первых, еще больше. У меня будет где-то около 300 человек. Ну ладно, го попробуем. Уверенно, уверенно с 3 FPS играю, ребят. Стреляю, блядь, как не в себя. Просто целюсь с кайфом. И вот теперь... Бля, ну только не нападение нолдеров. Ну, пожалуйста. Блять, вы что на приколе? Я сейчас вступлюсь за Джуду. О, блять, он усилился. Ну ладно, это не страшно, это нормально. Он забрал еще пленных, то есть, соответственно, у него в плену будут еще нолдеры. Короче, ребят, я думаю, пора уже завтра создавать свою фракцию. Блин, боюсь, конечно, столкнуться с жесткой душкой во время создания своей фракции, что на меня сразу нападет там две фракции, они начнут у меня все забирать. И придется повыцеплять их по одному рядом с городом и хуярить. И там будет пару секунд, чтобы успеть их подержать в плену. То есть это, конечно, будет невероятно, невероятно сложно, невероятно хардово. Так, конечно же, теперь вы у меня в плену. Сколько у них нолдеров? Оу, щит! Оу, щит! Так, ну все, отряд из нолдеров, ребят. Красота, красота, красота. Так.
Посвящаюсь, можно, Грегори хочет... Нет, отклонить честь, я не хочу быть главнокомандующим, спасибо. Блять, умеют ими пользоваться. Так. Я не знаю, убил ли я там двоих. Но будем надеяться, что убил. Будем надеяться, что убил. Да, убил, повезло. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу, блять, что я врезался? Обалдеть, обалдеть. Но здесь на кончиках, блять, реально. На кончиках, на кинцах. Двуруч против лука, поехали. Искусство у ворота. Чел достает дубинку. Но я не так прост, как был раньше, когда у меня было мало ловкости. Времена изменились. Заспамливаем его атаками. И высокородный Нолдор падает. Бля, Куалист не дали. Куалист не дали в этот раз, к сожалению. Старинный латный доспех. Усиленный. О, это такой, как у меня в этом самом. В этом, ну вы поняли. Он, кстати, охуенный. Все, ребят, я больше не в женском доспехе. Ребят, так, Адонжу. Адонжу берем. Сразу же моментально раздеваем ее. И после раздевания записываем ее в блокнот. Я учту ваше мнение. К чьё, блядь? Что это было? Ко мне обратился мой персонаж и сказал, что он учтет мнение. What the fuck? Да, мы можем нанести визит моей даме у фонтана. Я, правда, не вижу здесь никакого фонтана, но похуй, в принципе. Так, леди Арис. Любишь стихи? На. 22 отношения. Слушайте, отлично, отлично с ней. А если я вассал Равенстерна, я же могу нормальную свадьбу сыграть и не воровать жену. По идее. Походу это так. Ну что, попытаемся задефать против... Не-не-не, это слишком много, чуваки. Я боюсь, блядь, в плен попасть. Скорее всего, я бы задефал. Бля, хотя мне кажется, что я задефаю. Но они еще подходят, блядь. Они еще подходят. Ну сколько их здесь? Ну косарик здесь где-то. Косарик где-то здесь. Ну а ради чего мне дефать с другой стороны? Я этот чит доблести в любой момент обратно заберу. Хотя с другой стороны, я вот этих вот всех чуваков могу взять в плен и заработать денег. Блять. Ну, это великий шанс на плен с позором, чуваки. Ну ладно, го. Давайте попробуем, похуй. Бля, они еще приходят. Ну, это считай, я сейчас в соло один. Не-не-не, все, ухожу, ребят. Еще вот эти 76, там, блядь, 1003. О, не-не-не, это слишком много. Я знаю. Ебать, они за секунду его захватили и бегут за мной. Бля, ну хочется, конечно, забрать его. Он для обороны просто лютый. Лютый замок для обороны. Можно и против 1000 обороняться. Ну, типа, имея 300 нолдов. Бля, я бы выиграл, мне кажется. Реально, мне кажется, я бы выиграл, чуваки. Но просто страшно рисковать из-за того, что я до одного плена играю. Бля, я хочу, сука, я хочу отдефать этот замок против 1000 человек. У меня есть такое желание, чуваки. Но мне просто интересно выставить 300 нолдеров, 270. И посмотреть, как они будут обороняться против... Просто, ну что, вот это, они это просто уничтожат, блядь. За этим наблюдать будет просто очень интересно. Это будет как Tower Defense какой-то, блядь, настоящий. Так, раз, раз, раз. Получается по итогу 43 силы, 40 ловкости. Лидерство 8. Щит доблести 400 человек здесь. Кассий, ну съебись, пожалуйста. А, стоп, мы же не воюем, блядь. Я забыл. Я чуть не напал на него, кстати. Ха! Я чуть не напал на него в натуре. Я выпил 3 пива, рыгнул некрасиво. Так, что у нас? Все, мораль отличная. Набухал в мясо пацанов. Так, ребят, 1 сентября, пожалуйста, пожалуйста. На учебу отправляемся. Блять, какой же ебейший у меня перс, нахуй. 43 силы, 40 ловкости. Ну это просто пиздец какой-то. Это просто гнида, блять. Ну реально, там будет еще посильнее. Ну, бля, кстати, нам пизда, если что. Ну я не знаю, как сейчас, кстати, выиграть. Учитывая то, что один будет в меня стрелять, а с другим я буду драться. Шансов затащить невероятно мало. Но повезло, что я супер силен, блять. То есть, ну я невероятно силен, как бы. Бывает. Блять, женский нолдерский доспех. Да что ж такое-то, блять? Зачем мне этот доспех женский? Я не понимаю, что мне с ним делать? Дайте мне Куалис. Give me Куалис, please. Так, к девчонке идем. Слушайте, какой у меня вообще фиот? Персонаж джинс, он не имеет наделов. Охуенно. А, подожди. У Равенстерна остался только один замок. Укрепление Эвасольд. Ферцвейн взял 70%, 60% карты. Блять. Что?
Ко мне сейчас пришло осознание, нахуй. Блять, я вот сейчас осознал кое-что, ребята. Но с другой стороны, блять, Ферцвейн? Они же лохи позорные. Ну, в поле они про... Они мало того, что в поле, они на осадах ничего не могут. Ну, то есть, я просто их разъебу, и все. Будет пиздец. Воевать в соло против Ферцвейна — это безумие. Бля, я тоже удивился, кстати, почему меня Ферцвейн так ебет. Он реально обычно всегда первым проигрывает. Это пиздец, он реально уже полкарты захватил. Так, Алиса, девчонка, в 13-м ряду. Да, я тебя имею в виду. Но это будет жестко, чуваки. Это будет же... Я Ферцвейна проебу, скорее всего, пригорю, расплачусь, офну с позором. Сорлеон объявил войну Равенстерну. Оу-оу-оу. Ребят, ну походу, блядь, начинается то самое, ёпта. Поехали, друзья, пани топановые. Так, давайте, мужики. Ух, ебать, мне в голову залетела хуйня. Фу, было опасно, аж ладошка вспотела. Ну, короче, завтра уже создаем свою фракцию, наверное, ребятки.